Первое поколение негодует, нам не дают возможность выпивать, где мы хотим, курить, где мы хотим, танцевать, вести себя. Ну, люди путают понятие свободы и вседозвольности, это немножко разные вещи. Просто свобода – это то, что ты в рамках закона можешь делать то, что ты имеешь право делать, не доставляя неудобств окружающим. Вот. Поэтому все сводится к одной простой формуле. Приходится надеяться, не всегда это бывает так, на мудрость законодателей и на надзор за исполнением законов. И все.